В концертном зале уже проведены звуковые кабели, продолжается монтаж сцены. После того, как зрительный зал облицуют, начнется установка кресел. Полностью готов концертный зал должен быть к 13 июня. В субботу там запланировано проведение летнего музыкального фестиваля КВН. 13 числа будет тестовый запуск этого театра. Это тестовый, где мы будем проверять системы, вентиляцию, звук, свет, освещение. И первые команды, калининградские команды, смогут выйти на сцену 13 числа. Первые болельщики, которые приедут вместе с ними, посетят этот театр эстрады. Здание будет обеспечено системой вентилируемого фасада. Это позволит удерживать тепло в помещениях в холодное время года и предотвратить появление сырости. Параллельно идет благоустройство территории. Строители укладывают плитку, устанавливают освещение. Дизайнеры работают над оформлением зеленых зон вокруг объекта. Николай Цуканов подчеркнул, что несмотря на проведение голосящего Кевина, еще не закончен разговор по новой волне и другим фестивалям. О каких еще мероприятиях идет речь, глава региона пока не уточнил.